Всем самый огромный добрящий привет, друзья! Обзор акционных продуктов со 2 по 8 ноября. Ноябрь, уже ноябрь, очень быстро бежит время. Со 2 по 8 ноября 2022 года. Итак, у нас идут в акции творог украинский, нежирный, 38,90, 5%. 40 гривен 50 копеек и 9% 43,50. Все упаковки идут по 400 грамм. Так, дальше идут йогурты. Я забыл свой золотой маркер, который всегда беру на обзор. Йогурты идут очень странно. А йогурт «Галичина» у меня очень странно вот смотреть на вот эти вот граммы. Смотрите, идут упаковки, стаканчики по 260, по 280 и по 310 грамм. Обращайте внимание. Вкусы в ассортименте: полуница, вишня злаки, черница злаки, лесные ягоды и даже безлактозные есть. Вот. Но как-то странно, всегда шли упаковки, стаканчики в одной весовой категории. А сейчас сделали вот так вот разные. 19,50, а так были 28 с копейками. Ну, нормальная скидка. Сейчас я возьму свой золотой маркер и уже по традиции будем обводить самые такие хорошие, как бы я считаю, достойные скидки, по которых можно взять продукцию в АТБ. У меня сел голос, потому что я только что был в нескольких магазинах и снимал видео, поэтому голос мой немного сел. Так, я уже приготовил свой голдовский маркер и хочу сказать вам, что йогурт «Галичина» — это очень хорошая цена, поэтому всем советую, кто любит йогурты, можете себе прикупить и сэкономить. А творог я покупаю только в магазине, но стараюсь брать на волшебной полочке, как я говорю. Волшебная полочка это, кто не знает, это продукты, которые срок годности подходит к концу, и там можно взять с хорошей скидкой. Поэтому я покупаю всегда творог, смотрю, высматриваю с хорошей скидкой, смотрю, поэтому можно даже взять что-то из творога. 400 грамм за 40 гривен, вполне нормальная, адекватная цена. Дальше, колбаски у нас идут. Губернская, полукопченая, торговая марка. Своя лавка, мясная лавка, своя линия. 420 грамм палочка, 53,90. Скидка 40%, это хорошая тоже цена. И в комментариях, кажется, мне кто-то писал, что достойная колбаска. Колбаски для гриля, чесноковые, охлажденные, глобина, цемьясо, полкилограмма идут, и эти по 67,90. Кстати, хочу спросить, кто брал, или эти, как вам по соли, потому что я брал какие-то, не помню, мне кажется, что они очень-очень пересолены, или я так уже отвык от соли, или они действительно очень-очень соленые. Пишите, оставляйте свои комментарии. Сосиски докторские, фирменные, вареные, торговые марки. Мяснолавка, своя линия, 330 грамм, 38,90. Скидка 30%, тоже хорошая скидка. Можно взять, попробовать. Очень хорошая скидка на вермишель. Здесь и ракушки, и кольца, и витки, и спагетти, и локшина, и соломка. Торговой марки своя линия. Упаковки все идут по 400 грамм. 30 гривен 50 копеек. Так они стоят 38 с копейками. Ну, 39. 39 гривен за упаковку. Поэтому цена хорошая, нормальная, адекватная. Это из хороших сортов пшеницы, не из дешевых, поэтому тоже я скажу, что можно кое-что взять. Кстати, я тоже, наверное, кое-что и возьму. Вот эти хочу взять, попробовать. Колечки такие. Спагетти, кажется. Может, еще возьму даже спагетти.
Так что тоже присмотрите на вот эти вот макароны, своя линия. И открываем дальше журнал, смотрим, что же нам приготовил еще АТБ. Кстати, кто оформляет карточку, кто имеет карточку от Райффайзера банка Вальт, у того еще будет дополнительная скидка. Ну, у меня, к сожалению, нету. Еще не оформил. Так, листаем дальше журнал. Так, тут у нас шоколадки. Ну, конечно, куда без сладкого. И у нас Рошен будет. Будет Рошен белый, молочный и черный шоколад пористый по 18,90. Плитка 80 грамм. Это тоже хорошая цена. Так он по 28. Ну, считайте, что 9 гривен экономии, это тоже хорошая цена. Поэтому обвожу я золотым маркером и говорю вам точно, что это хорошая цена на шоколадке. Так, масло подсолнечное, Стожар, как-то оно пропало из магазинов, теперь оно уже появилось, 850 грамм, 57,50, но я не скажу, что это хорошая скидка, я скажу, что это нормальная цена на оливье Стожар, поэтому тоже можно обвести и смело покупать это масло. Стожар. Пока еще цены не подняли на масло, поэтому можно запастись. Так, фисташки. 150 грамм, 111,40. Конфеты. Конфеты Ривьера от Миллениум. 250 грамм, 113,80. Шоколадки Вери Перри от Миллениум, молочный с миндалем, карамелью и апельсиновой цедрою, и с арахисом, и соленой карамелью. 85 грамм плитки идут по 26,90. Бисквит с молочной начинкой 9,90. Конфеты своя линия. А что за конфеты сонешниковые? Полностью глазурованные кондитерской глазурью вагови по 121,30 за килограмм. Не знаю, никогда не брал, поэтому если кто-то брал, можете тоже оставлять комментарии насчет этих конфет. Своя линия, я таких не брал. Не знаю. Так, сгущенка, сгущенное молоко. Своя линия, 370 грамм банка, 39,90. О, ребята, очень вкусная вот эта вот, как сказать, тисточка, да, пироженка, Милка, 17,20. Я помню, когда-то очень тоже давно было на волшебной полочке, оно тоже со скидкой хороших, я очень много его взял. Когда-то попасть еще тоже можно взять со скидкой. 17,20. Ну, вкусное. Батончик мюсли. Постоянно его брал. Когда еще помню, он еще было как-то по 4 гривна. Как только АТБ открылся, даже помню, по 3 с чем-то в акции он был. Обыкновенные, нормальные. Не могу сказать, что плохие. Хорошие. По 6, по 7 гривен сейчас они. С курагой, с орехами, сухофруктами и с черносливом. Так, подгузники Хаггис. 33 и 40 штук упаковки. 298,90. И трусики Хаггис. 30, 34, 36 штук упаковки. Четверка, пятерка и шестерка. 286,90. Так, здесь у нас салфетки влажные, 72 штуки, 28,90. И я вам хочу сказать, что это самые дешевые, самые бюджетные салфетки на рынке по такой цене. 72 штуки, 28,90. Не помню, я нигде дешевле не видел, поэтому я возьму даже несколько упаковочек. Две упаковки я точно возьму, поэтому тоже вам советую взять. И запастись. Одну кинуть себе в рюкзак, в сумку, а вторую держать дома про запас. Очень хорошая цена. Так, смотрим дальше. Тут у нас филе куриное. Что это за филе?
Копчено-вареный. Своя линия. Килограмм 196,80. Так. Сосиски. Мясная лавка. 300 грамм. 50 гривен. Колбаска. Сервелат. Варено-копченое. Добров. 280 грамм палочка. 104,80. Колбаска. Болгарская, сырокопченая, своя линия, мясная лавка, килограмм 293,80. Кофе, карт нуар, кофеманы, 140 грамм, 208,40. Кофе, черная карта для турки, 250 грамм упаковка, 101 гривна. Здесь у нас кашки. Кстати, я взял две банки, еще и не дошел. Ребята, не открыл. И так еще и не открыл. Консервы. По 340 грамм идет гороховая и гречневая. Разумный выбор. Гороховая 37,30 и гречневая 40 гривен 90 копеек. Тут у нас идут креветки. 900 грамм 174,50. Не знаю, сейчас не до креветок. Семга. Слабосоленое филе кусочком на коже. 210 грамм, 232,60. Это что уже к Новому году выставляли? Не знаю. Ребята, я вам хочу даже сказать, что нету праздничного настроения. Я когда вот даже снимал юск новогодний, смотрю на все эти украшения, и нету ощущения Нового года, нету. Хочется, знаете чего, победы и мира. Это самое главное. Болит душа, и хочется... 80 грамм упаковочка, баночка икры лососевая. 190,50. Люди каши едят, а не икру. Хотя кто-то и икру может есть. Пельмени со свининой и яловичиною, торговой марки «Своя линия», 86,80. Здесь у нас 900 грамм упаковка будет идти. Сырки. Как я уже говорил, если где-то в каких-то магазинах сырки, всегда идут по акции 11,80. Как будто все магазины сговорились. Делаем акцию 11,80. Сырки «Дружба». И сливочный, своя линия, 11,80, 70 грамм, плавленые. Так, здесь у нас моцарелла, 125 грамм, 38,90. И сыр мягкий сулугуни, золотой резерв, 200 грамм упаковка, 50 гривен и 40 копеек. Листаем дальше наш журнал или газету, и тут у нас напитки идет. Это у нас безалкогольный энергетичный напиток, пол-литра, 25,70. Когда-то он стоил вообще, можно было купить за 12 гривен. Так, нектар, напиток, манго, ананас, апельсин, кокос, литровый, 52 гривны. Ой, вот эти вот сухарики брускетта очень вкусные, 140 грамм, пару раз их покупал, очень вкусные, нежные, 31,90, со вкусом грибов, сметаны и цибули. Тут у нас идет крем Silver блеск, черный для обуви, 50 грамм, 18,90. Крем для рук, алоэ и оливка. 75 грамм, 18,80. Мыло туалетное. Кусочек 90 грамм, 19,50 Тео. Тео порошок для детских вещей. 400 грамм упаковка, 34,50. Так, как я говорю, смывки в унитаз. Разумный выбор. Океан, лимон и квитучий бузок. 12,50. А набор зубных щеток, 2 штуки в упаковке,
19,90. Ну, по 10 гривен получается одна штука. Средней жесткости. Зубные щетки детские. Мягкая. Своя линия. Одна штука 20 гривен. Так, здесь у нас подгузники для взрослых торговой марки Сенни. 10 штук в упаковке. 159,50. Дальше у нас женская гигиена Натурелла. 10, 8 и 7 штук упаковки за 37 гривен. Женская гигиена Дискрит. 60 штук. 74, 10. Листаем дальше наш журнальчик. И я всегда говорю, АТБ никогда не обижает маленьких деток. Тут всегда можно найти, в АТБ найти развивалки, всякие книжки, игрушки. В АТБ очень классные игрушки. Я вчера зашел, посмотрел на смартфон. Такая книжка смартфон есть. Мой смартфон развивающий для деток с 3 лет. Очень классная. Настольные игры можно купить от 100 гривен. Картины по номерам. Сделали немножко меньший формат, 40 на 50 за 179 гривен. Детские игры совсем для маленьких. Потом вот эти вот пазлы, складывать картинки. Очень интересно. Я в детстве очень-очень любил вот эти вот пазлы складывать разные. Так, маски для лица 16,90. Разные-разные в ассортименте. Календари уже появились на магните. Можно на холодильник использовать по 20 гривен. Набор фломастеров 12 штук 84,90. Набор маркеров 24 штуки 119 гривен. Будут новые чашки 246 миллилитров за 40 гривен. Набор контейнеров 2 штуки в упаковке по 400 миллилитров 40 гривен с крышками. А здесь у нас будут сушилка для посуды с поддоном на 4 отделения 169 гривен. Носки мужские, махровые. Кстати, хорошее качество. Видите, да, состав? 24,90. Детские по 19,90. И женские по 39,90. Футболка мужская, термофутболка, вискоза, полиэстер, эластин. Размер идет с ИС-ки по 3XL. Вот я бы хотел, если она будет в магазине, я ее прям открою, пощупаю. Хочу узнать, что это за футболка. 400 гривен. Если она будет действительно такая хорошая, качественная, и даже себе возьму на зиму, это будет хорошая штука. То есть одеваем эту футболку, одну футболку просто можно надеть, и сверху свитер, все, больше ничего не нужно. 400 гривен и целую зиму носишь. Ну, имеется в виду, конечно, не то, что одел, стирать, конечно, нужно. Так, маски одноразовые, многоразовые. Так, здесь у нас тройник. Ну, понятное дело, сейчас зима идет, и если не будет перебоя со светом, а это мы верим, да, что все будет нормально, 75 гривен. Так, пенный очиститель для обивки салона, полироль, 650 миллилитров, 159 гривен. Кстати, я слышал, что это очень хороший пенный очиститель. Масло жидкое. 200 миллилитров аэрозоль 89,90 за штуку. Здесь у нас полотенце махровое 100% бавовна, размер 30 на 30, 20 гривен 90 копеек. Кастрюли на 1,5 литра с крышкой 179 гривен. Зажигалка кухонная. Кстати, у меня есть такая зажигалка. Я специально ее взял показать вам. Очень хорошая зажигалка. Я раньше зажигал вот эту вот свечку, зажигал спичками. Было очень неудобно ее зажигать. Знаете, зажигал спичкой и
пока зажгешь, пока, ну, зажгется вот эта вот моя свеча, думаю, боже, все пальцы поотпаливаю. А так включил. Тут есть включать, отключить, то есть переключатель, который, знаете, защищает, чтобы не включалось случайно и включалось. И все, поднес. И нормально подпалил. Также, конечно, еще можно использовать и для очень хорошо для тех, у кого газовые плиты. Потому что пока поставил эту на плиту кастрюлю, и спичка этой маленькой спичкой, пока там найдешь камфорку эту, тоже очень удобно. Я покупал ее очень-очень давно. Кстати, вот эта моя свечка, я ее привез из Ирпеня. Специально вез. Она очень-очень классная, напоминает мне хорошие времена, ребята, напоминает мне, когда мы с вами ездили, снимали влоги из торговых центров. Свечка Вудвик, аромат очень хороший такой, знаете, они все ароматные, и она еще с потрескиванием. С потрескиванием, как полено трещит в камине, так эта свечка и трещит, ну, по-настоящему, как в камине дрова трещат. Отвлекся я. Сколько зажигалка стоит? Вспомнил. Зажигалка стоит. А, она еще с газом идет, да. Еще идет дополнительно с газом. Кстати, цена на нее не поднялась. 90, а я платил, кажется, 80. Да, я платил 80, она сейчас 90. И корзина пластиковая для хранения 1,5-литровая в ассортименте 60 гривен. Все, а я вам желаю самым лучшим экономных покупок, мирного неба. Всем самого-самого лучшего.